Всем привет, меня зовут Витя, это влог Free Kyiv, бесплатное мероприятие столицы на неделю. Поехали! 1 декабря КНЕО приглашает на флешмоб «Любовь проти СНИДу». В роли организатора выступили правком студентов КНЕО и благотворительный фонд «Нова хвиля». Также прошел слушок, что каждого участника ожидают сладкие призы. Вторник, сбор в 11:20, Национальный экономический, проспект Победы, 54. До 4 декабря ты можешь посетить выставку-конкурс «Украинский патриотический плакат 2015». В финал конкурса вошли 100 лучших плакатов от 32 участников, которые умеют пробудить у зрителя целую гамму психологических состояний и процессов. Центр современного искусства М17, улица Антоновича, 102-104. 2 декабря в Национальном педагогическом университете состоится игра КВН между студенческими командами. Долгожданная борьба за кубок ректора. Самые сильные команды университета вступят в схватку за твою милую улыбочку. Начало в 17:00, актовый зал гуманитарного корпуса НПУ имени Драгоманова, улица Тургеневская, 8:14. Также 1 декабря состоится открытие тайм-кафе Take Life. Говорят, что на открытии будет хорошая музыка и даже выпивка. И что там можно будет встретить весьма экзотических личностей. Улица Прорезная, 18/1, начало 18:00. На этой неделе среди подписчиков Free Kyiv за репост этого видео ты получишь сразу плюс 10 к карме. Ха! И солнышко будет греть только для вас. И птички будут петь тоже только вам. Хоть и зима, не важно. Больше событий и подробно о каждом смотри у нас на страничке ВКонтакте и туда же пиши свои предложения о бесплатных мероприятиях Киева. Подписывайся, ставь лайки, делай репосты и будь в теме. До встречи!